Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Различные акции, отсутствие комиссий, открытая лайф-лента и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам и испытай свою удачу на elitecase.net. Раз, два, три, Алёша Ассасин, всем привет, с вами, как всегда, Филиппин, так, Семченко, и сегодня мы играем в Маньяка CS GO, друзья. Здравствуйте, ребятки, вы сами знаете, что мы играем в Маньяка на очень крутой карте, блин, здорово, все. Здорово, ребята, всем, ну что ж, отстрелял. Сам сегодня также фреш, он сегодня будет человеком-загадкой, которого мы сегодня за весь выпуск не услышим, поэтому у нас маньяк, чисто вот такой да. Вот маньяк у ребята, нас сегодня не разговаривает. Максим, вот почему мы его не услышим? Да потому что карта из Dead by Daylight, в которой через 10 минут нам нужно выбраться, убежать через ворота, и только потом мы победим. Вот. Единственное, здесь, ребята, здесь не нужно никакие генераторы чинить, ничего такое, просто нужно как-то спрятаться и, конечно же, выжить. Здесь ну все вдобавок, самый вдобавок мы добавили то, что надо хардкор. Поэтому мы убрали радары, ребята. Ну, я всегда их убираю, это как бы, это уже привычное дело на самом деле, но у нас есть ложная граната для того, чтобы хоть как-то его отпугнуть. Была бы, конечно, флешка, это зашибись, ну... Не, ребят, ну самый прикол, пацаны, в том, что здесь есть баррикады, которые можно также ронять. Если маньяк бежит за тобой, убирать. Да, это очень интересно. И здесь есть шкафы, в которые можно прятаться. Блин, я, наверное, зря это сказал, потому что маньяк теперь будет их проверять, но... Ну, слушай, такое. Тут в шкафу сидеть всю серию, я не... Ну, типа, да, такое себе развлечение в 2К16. Вообще не говори. Самый прикол в том, что маньяк также сегодня здесь подсвечен, с таким фонариком бегает, как и в Dead by Daylight. Офигеть, вот это прикол. Да это не прикол, братан, это просто труба шатал. Не, полегче с такими подсказками. Тут как бы слышно было слегка, как ты это... А, подождите, пацаны, давайте за мной. Бежим, 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 Ран! Беги! Беги! Я его видел, он был там. 5 минут назад он был там. Давай, давай, убегай, убегай. Ровно 5 минут назад. Я вообще теряюсь, где у нас там Алёша? Это ни хрена не пришло, здесь так темно. Здесь... Я вообще бегу! Ничего не он вижу, блин, бежит, пацаны. Он за мной бежит, нет, 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 так, давай, давай. Что за фризы, он Мишу приманивает к себе. Спасайся, спасайся, спасайся. Кирилл, стой. Куда? Я тут. Купите давай новый сюда. Интернет Кириллу Семченко, потому что я телепортируюсь немножко к маньяку. Нет, все окей. С интернетом. С интернетом все окей. Он за мной бежит теперь, алло, Алёша. Самое стрёмное, что он молчит, ни хрена не говорит этот маньяк. Да, то есть как Day by Daylight, вот знаете. Он сосредоточен, понимаете, на этой системе. Ребятки, как мы зашли в Day by Daylight, знаете, вот мы снимали тоже Day by Daylight. Слово Day by Daylight очень часто, но Day by Daylight, пускай, я выговорю. Dead by Daylight. Да, блин, мы тоже клёво. Снимали вместе, и маньяка мы не знали, кто это такой, не слышали, и поэтому это дает атмосферу реальной беспомощности для жертв, а в последнее время у нас в маньяке жертвы имели какие-то даже большие привилегии, чем маньяк, и маньяк был средством троллинга, сейчас средство троллинга это мы. Открой, открой. Ты куда залез? Стой, 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 так как, чё? Не нажимай, не нажимай. О, вот, ребятки, что я хотел вам показать. Ничего не жми, да я ничего не нажимаю. А чё они открываются? Давай отсюда нахер, мне кажется, ты уже спалился. Давай, давай открой, блин. Она вторая не открывается. Можно запрыгнуть. Лёха, нам нужна помощь. Лёха, нет, все нормально. Я радар выключил, ребятки, я не представляю даже вниманием, где вы можете находиться. Мы, короче, залезли с Максом в шкаф. Ой. Как бы там маньяк немного на крыше. Да, да, я видел это дело. Ага, ага. Аккуратненько, аккуратненько. Давай, о, Максим, Максим. О, я нашел тебя. Что такое? Давай, 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 давай. Я надеюсь, что разработчик этой карты, ребята, сделает здесь, если разработчик смотришь, сделай, пожалуйста, генератор. И в целом, можете написать в комментариях, хотели бы вы видеть на этой карте, потому что, ну, Day by Daylight, там тоже несколько карт всего, его же смотрят. Здесь, соответственно, тоже можно еще раз пописать на этой карте что-то из маньяка. Уже карта для этого. Давайте поражим, ребята, go rush. Да вон он, какой раш нахрен? Беги, 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 я видел его фонарик вонючий красный. Почему он за нами-то пошел? А я посмотрю в другую сторону, мне вообще. Я его вижу, он за нами бежит. Ворсыпную, Алёха, беги. Алёха, беги. Дом, Алёха, беги, спасайся. Еще целых 6 минут до открытия ворот. 6 минут назад я был там. Да он опять за мной бежит, да хорошо. Ой-ой-ой, щет. Я вижу Макс. Макс, отвлекающий маневр делаю. Давай, быстрее. Нет. Что там у вас? Отлично, я его отвлек на себя. Теперь мне нужно спасаться самому. Зачем я это сделал? Это жесть.
Ой, нет, обратно! Теперь снова да твою мать! Беги! Ран. Нет электрошокера, ему нужно чисто зарезать, а это очень сложно. Это очень сложно. Да, это потно. Ну если он меня кацанет, то мне, конечно, блин, еще будет одна возможность убежать. Знаете, как прям Day by Daylight, он режет правую кнопку, у меня еще и остается хп, но я как бы уже ранен и истекаю кровью. Вот. Так, кто в доме-то шастает? Кто в доме-то шастает? А я знаю, пацаны, в чем прикол. Вроде убежал. Кто в доме-то, алло? Офигеть, вот это нычка. Не, ну в этой нычке нет такой. Он тут! Он тут! Беги, блин! Куда вы его ведете? Валита вы моя, сеньорита. Товарищ маньяк там бегает. У меня тут такая сейчас картина, ребята, открывается пиздатая. Я вижу, поэтому я тебе сейчас открою другую картину. Мне нравится, как он бегает за тобой, это вообще просто. Это жестоко, я прям вижу его вонючий фонарь. Пошел, ну честно. Честно говоря, он прям рядом, чувак. Да это отвали, отвали. Как он тебя не нашел? Как он тебя не нашел? Как он тебя не нашел? Кирилл, спаси, блин! Здорово, это топ, это топ вообще. Вот это реально. Я прям чувствую, как мне зарезал 10 хп, 10 хп! 10 хп! Надо помочь, надо помочь. Сколько еще? Табурета, сколько мы бегаем? Сколько табурета! Табурета! Табурету! Пацаны, как-то надо беги, выживать. Беги, 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 ран, ран, ран. Нет, Guys, я, блин, вообще. То есть вы хотите сказать, что нам еще 5 минут нужно? 4 минуты продержаться? Еще 5 минут надо шквариться, зашквариться. Я вообще сегодня офигенный пацан. Я вообще маньяка ни разу не словил. Хоп! Ха-ха. Лол, в окно как прыгнуло я круто. А теперь вот такой вот прием, друзья. Которого не ожидал никто. Что это было? Он опять сверху, это подбегает к Кириллу. Что за хрень? Я сейчас была, блин! Что это было? Я развожу маньяка по КД. Да тише на хоре, а нет. Ну у меня, конечно, я уже паранойя просто. Я, короче, в окнах прыгаю туда-сюда. Жестоко, это мир жесток, очень мир жесток. У меня 10 хп, мне меньше всего сейчас весело, вы понимаете это? А где маньяк-то? Маньяк около дома бегает. Не, я понял. Ой, это маньяк. У меня аж кавадрыга нашла какая-то. Так, все, аккуратно, давайте уже, ребята. А где товарищ маньяк? Нам остается, по сути, 3,5 минуты, Макс, да? Макс, Макс, ты бежишь! Нет? Нет. Да ты прыгаешь. Не пались. Ой. О, what the fuck? Лол, нет! Нет, братан! Все, пора бежать, я спалился в том, что я сидел в этом ящике, пора бежать из этой шкатулки, я убегаю, я убегаю. Он слишком близко, пацаны, он слишком близко. Блин, скорее баррикаду. Сюда, 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 сюда. Я где-то маньяка потерял. Маньяк, ты где потерялся, алло? Алло, прием. Леха, давай отсидимся. Надо немного сделать перерыва, на мой взгляд. Это очень мерзко, честно. Не тормози, сникерсни. Давай, 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 давай. Я просто сидел в этом шкафу, он мимо столько раз пробежал. И, короче, он когда пробегал, маньяк каким-то образом, дверь сама по себе у меня открылась. Я не знаю, он ли открыл, да? Думал проверить, я меня не увидел, потому что я с другой стороны двери сидел, не с закрытой, которая не открылась. Может, Леша вообще у меня пропадает, ну да ладно. Ну ладно. То же самое. А куда маньяк делся? Маньяк! Алёша? Welcome to my apartments. Хорошие, хорошие апартаменты. Не открываются. Давай. Семченко сюда бежит. Тише, тише, тише. Это я слышал просто свои, шаги. Свои, я думаю, все так, в порядке, стой. О! Это свои. Мать же ваша, вы что творите-то, а? Так, еще Гайте. Сколько у нас? Еще 2 минуты. Гачи. 2 минуты, гайс. Маньяк там где-то бегает. У меня, у меня 10 хп, мне меньше вот реально всего весело сейчас. Хочется с ним встретиться, да, тебе? Не хочется вообще. Поверь, даже видеть не хочу. Да ладно, чё ты там, а? Муняк. Алёша у ворот! Алёша у ворот, маньяк, всё, мы бежим. За тобой же бегут. На самом деле, тут можно мансовать вот здесь, если вы придёте, здесь баррикада же есть. Же есть. Понятное дело, что есть, надо найти маньяка, а то как-то уже всё. Маньяк нас сам, скорее всего, найдёт сейчас. Маньяк, вы где? Мистер Муняк. Ты чувствуешь, когда не маньяк ищет тебя, а ты его? Где он? Я наоборот ищу место, в котором бы я с ним не столкнулся. Чего не столкнулся? Знаешь, Лёха так резко пропадает, как будто связь обрывается. Алёша, покончили. Реальный маньяк. С Алёшей покончили все просто. Ну спасибо. Разрушительный моей обители. Хэштег почините Алёшу, Алёша микрофон называется. Пацаны, через минуту уже как бы двери открываются. Давай, давай, поэтому... да, мы уже почти мне живы. Кажется, нужно к разным воротам. Нужно просто, да, идти как-то ты рассасываться. Макс, давай посмотрим, где здесь я ворота ближайшие. Я маньяка вижу.
Видишь маньяка? Прыгает, да, он в кустах прыгает. Так он думает, наверное, что мы спрятались куда-нибудь в такое место. Так, Макс, держимся здесь, держимся здесь. Давай, все, стоим, 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 на рожоне. Бум. Офигеть, как круто эти баррикады кидать во все стороны. Ну, карта добро вообще, добро, респект. Не, карта вообще крутая, реально, в плане того, что здесь баррикады вот эти. Я прыгал на этой бандурине, он на меня, под меня залез, открыл, короче, бандурину, и все. 19 секунд, 19 секунд, нет. Беги, Лёха, давай, бегай. Exit doors are opening. Где? Не открылись они? Открываются, 4 секунды, 3, 2, 1, что там происходит? Где они не открываются, сука? Они медленно начинают, они начинают открываться лишь только, Лёха. Я побежал отсюда, пожалуйста. Чё за мучение? Ну я понял, что... Блин, я чувствую, нет, за мной маньяк теперь бежит. Ребята, нет, что мне делать? Нет, Макс, вали. У тебя ещё есть как бы возможность покоцаться, но у меня нету её больше. Сука. Беги, ран, нига. Жестоко, ребята, это достойно лайкусика, очень напряженно. Ой, ты куда его привел? Иди сюда. Пойдем мансить. Пошли, давай. Баррикады, короче, за... А, так нет! Ты меня застопорил, мудак! Я чуть не банкекался. Не банкекался. Он тут бегает среди баррикад, короче. Ты, это было мерзко, Кирилл, вообще самая мерзкая помощь, просто... Я пытался помочь. Это тимкилл, считай. Он там в автобусе, короче. Чё, Лёха, ты там спасся, нет, считай? Лёх? Я, походу. Я такой, не знаю. Всё, я... Да, убегаю. Да, отлично. Надо кнопку нажать и ждать, пока все игроки нажмут на эту кнопку выхода. Да! Мы все прибыли на место назначения. О, мы все выжили, капец, я с 10 хп выжил. Лёха хардкорщик. Это топово, ребята. Это очень топово. Надеюсь, вам понравился вот такой вот маньяк. На мой взгляд, очень крутой получился, очень атмосферный. Да. Если у вас какие-то есть идеи по поводу наработок, вот по поводу маньяка, то пишите их в комментарии, мы обязательно все их рассмотрим и, возможно, что-то добавим в нынешнюю ситуацию. Вот, ну все, ребятки, пока-пока. Пока. Да, пока, народ, всем.